Водитель, который накануне совершил наезд на ребенка, найден. За рулем трехдверной Нивы, которая не пропустила мальчика на пешеходном переходе в районе окружной администрации, была жительница Нарьян-Мара 1942 года рождения. Как выяснилось, она убедилась в том, что мальчик не сильно пострадал, и после этого покинула место ДТП. Ребенок перебегал дорогу, и, по всей видимости, водитель его просто не заметил. Как пояснили в окружной госавтоинспекции, мальчик отделался ушибом бедра, ему оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой. В это же время на другом пешеходном переходе в районе музыкальной школы под авто попала девочка. Водитель также не пропустил ребенка. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. Госавтоинспекция напоминает, что в связи с сокращением светового дня риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличивается. В темное время суток и в условиях непогоды участникам дорожного движения следует быть особенно бдительными. Кроме того, настоятельно рекомендуют водителям быть крайне внимательными у пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением пешеходов, вблизи образовательных учреждений и рядом с остановочными пунктами общественного транспорта.